Урок с носителем английского языка такая возможность выпадает редко. Однако ученикам Раменской гимназии номер 2 повезло. В это учебное заведение прибыла делегация из Государственного социально-гуманитарного университета, что в городе Коломна. Среди них был Стюарт Парки. Он родом из Австралии. Приглашенный преподаватель провел для учеников профильных классов урок. Я вот только что общался с другими учителями. Все они отмечают, что дети поняли меня очень хорошо. Задаваться вопросом, а все ли им ясно, не пришлось. Когда мы устроили для них викторину, один из классов набрал очень большое количество очков. Темой урока была австралийская кухня. Дети не только смогли узнать об иностранной стране, но и расширить свой словарный запас. Ребята, гимназисты, могли пообщаться с носителем языка, специалистом факультета иностранных языков из Австралии. И тема нашего сегодняшнего визита была австралийская кухня. То есть ребята узнали много нового, имели возможность поучаствовать в дискуссии, задавали вопросы, закрепили свои знания с помощью Кахута, то есть тестов на платформе Кахут. В общем, было очень интересно и здорово. Разумеется, это новая лексика. Возможность рассказать о том, откуда я родом, об Австралии, о том, какая там еда. Целей было много. Кроме того, мы хотели посмотреть, насколько хорошо они будут понимать носители языка. Мне не пришлось говорить медленно. Иногда я даже забывал, что говорю с русскими. Они отлично меня понимали. Тему австралийской кухни Стюарт представлял для более старших ребят. Это 8-11 классы. Вот здесь уже, конечно, была прям настоящая живая дискуссия. Ребята задавали массу вопросов. И если бы не некоторые ограничения во времени, поскольку учебный процесс продолжается, мы не можем его нарушать, я думаю, мы бы до сих пор еще находились бы в том самом актовом зале и обсуждали интересную тему еду в России, еду в Австралии и не только, потому что вопросов было задано много. Такой урок стал возможен благодаря сотрудничеству гимназии номер 2 с Государственным социально-гуманитарным университетом. Это плодотворное содействие длится уже долгое время. Знаете, наш факультет сотрудничает со многими школами, в том числе и с гимназией номер 2 города Раменское, которая, в общем-то, занимает лидирующие позиции среди школ Подмосковья, согласно рейтингу Министерства образования Московской области. Нас связывают давние такие тесные связи. И сегодня мы приехали вместе со Стюартом Парки для того, чтобы ребята, гимназисты, могли пообщаться с носителем языка. Эта история давняя. На самом деле многие учителя в нашей гимназии – это выпускники Коломенского университета. Теперь в прошлом Коломенского педагогического института, я сама являюсь выпускницей этого университета, горжусь этим. Считаю, что вуз уважаемый, с богатой историей. И история сотрудничества гимназии с Коломенским университетом тоже давняя. Еще когда я была ученицей в 1994-1995 году, мы уже посещали Коломенский педагогический институт, с удовольствием слушали лекции ведущих преподавателей. Егор Кабанов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».